Всем привет, с вами Reborn. 11 октября вышел первый тизер-трейлер фильма «Круиз по джунглям». Я не понял, каким образом я вообще смог его пропустить, потому что уже прошел где-то день после релиза трейлера. Но я все равно хочу его посмотреть вместе с вами, отреагировать на него и, как обычно, в конце немножечко обсудить. Поехали смотреть. 6+. Надеюсь, не совсем детский будет. Какая же долгая шестерка. Если верить легенде, в джунглях Амазонки есть дерево, исцеляющее любые недуги. И ключом к нему служит наконечник стрелы. Почему именно стрелы? Данный экспонат, чтобы вы знали, неверно маркирован. Как-то комично это смотрится. Нормально. Привет, мальчики. Из всех круизов по амазонским джунглям вы выбрали... Что-то как-то мыльно, по-моему. Дешевый. Но самый захватывающий. Поберегись, головы. Я не понял, каким образом эта веревка не оторвалась под его габаритами. Головорезы. Туземцы, полегче. Дамы и господа, приготовьтесь увидеть неописуемое. Золотан, блин. Обратная сторона воды. Что? Это восьмое чудо света. Что? Пойдем вверх по реке к Лагрим из Декристаль. Вопрос на чем? За мной. Есть кто? Не, закрыто. Мы с братом ищем перевозчика по Амазонке. Удачи. Я непристойно богата. Дисней представляет. Раз верите в легенды, уверуйте и в проклятие тоже. Я не знаю, как он на этой посудине плывет. С удовольствием вас разочарую. 10 000 за доставку живой. Мертвый будет 15. Да? Почему это мертвый дороже? Музыка. Нести ваш труп на своем горбу стоит денег. Что ж, нормально. Ради бога, простите. Да, конечно. От его удара он так отлетел. Я не умею плавать. Не умеете плавать, но зафрахтовали круиз? Плата возросла. Нормально. Круиз по джунглям. Ой, да что ж такое компьютерное это все? Легенда правдива. А это уж прям пират Карибского моря. Ну что, друзья, мне в принципе понравился этот трейлер, потому что фильмы приключенческие мне очень сильно нравятся. Наверное, это один из самых любимых жанров в кинематографе. Очень напоминает фильм «Пираты Карибского моря», и это как бы понятно, потому что «Круиз по джунглям», так же, как и «Пираты», сделан по какому-то аттракциону, который в парке Диснея находится. У Диснея уже нету каких-то идей, и они экранизируют свои парки. Замечательно. Но, не знаю, мне очень трейлер понравился. Как-то немножечко только вызывает вопросы графика, потому что она какая-то мыльная. В некоторых местах компьютерная прям слишком нереально выглядит. Нереально не типа классно, а то, что, ну, видно, что это компьютер как-то вот так. Надеюсь, к 23 июля, ой, еще целый год, почти долго. Надеюсь, к этому моменту они все допилят, будет все шикарно. Но трейлер мне очень понравился, кстати, это только тизер-трейлер. И он уже такой длинный, такой насыщенный. Даже не представляю, что будет в самом трейлере. Очень понравился, жду этот фильм, обязательно на него пойду, обязательно сделаю на него обзор через год. Ну, давайте, наверное, заканчивать на этом. Если вам понравилась реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки, кто же вам будет запрещать. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь первый раз. Оставляйте комментарии под видео насчет трейлера, насчет моей великолепной реакции. Ну, а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр, всем пока.